Щелковский историко-краеведческий музей возобновил работу лектория. Первую после многомесячного перерыва лекцию прочел архитектор Алексей Воробьев. Аллея в Звездном городке, Молодежная площадь в Ивантеевке, набережная фабрики Морозова в Орехово-Зуеве, Центральная площадь в Королеве. На этих проектах, реализуемых глав архитектуры и Министерством благоустройства Московской области, Алексей Воробьев показал сочетание новых элементов благоустройства с исторической архитектурой. На примере четырех городов хотелось показать как бы не совсем универсальность подхода к самим городам, потому что есть в каждом своя какая-то, можно сказать, изюминка, да, то есть своя какая-то история, но при этом, как бы не потеряя качество, повысить именно это называется самоидентификация, идентичность. Как отметил Алексей Воробьев, удачный проект не терпит шаблонов. Строящиеся набережные, парки и скверы должны быть не только безопасными и комфортными. Новые объекты благоустройства становятся притягательными для жителей, если они подчеркивают индивидуальность городов, сохраняют зримую связь с прошлым.